Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердил правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чем он хочет в этом сюжете своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приблизимся к обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопад. Вниз на уровень 5, потом вверх. Бери. Дай тебя!
влево. Давай влево. Thank you.
Ну, ё-моё, шевели! Быстрее, двигай! Огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Что за херня, бля? Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля! Топор лишь ему, где факел?